В феврале 1936 года жители якутского поселка услышали странный шум, который доносился с замерзшей реки Лена. Выбежав на берег, они не поверили своим глазам. В направлении поселка по льду двигалась колонна какой-то техники, которая тянула за собой огромные тяжелые прицепы с грузом. Люди были удивлены и напуганы. Некоторые из них никогда не видели подобных самодвижущихся машин. Да и откуда в этом глухом месте, где до ближайшего крупного населенного пункта 300 километров, взялись какие-то гусеничные машины? Из морозного тумана обледеневшая техника начала подниматься на берег. Жители поселка, не скрывая любопытства, стали подходить поближе, пытаясь разглядеть, кто управляет машинами. В то утро был сильный мороз, минус 50 градусов по шкале Цельсия. В таких суровых условиях двигалась колонна, состоящая из тракторов С-60 «Сталинец». Дело в том, что караван судов, который должен был доставить жизненно важный груз для северного региона, оказался заперт во льдах Лены. Теперь этот груз должны были доставить на тракторах. Им предстояло пройти 2000 километров в очень суровых условиях, через таежные районы и горные перевалы. Температура порой опускалась ниже 60 градусов, времени почти не оставалось. В январе 1936 года директору Челябинского завода пришла телеграмма следующего содержания. Сверхсрочно, правительственная. Во льдах реки Лена замерзает караван судов, жизненно важным грузом для Якутии. Множество поселков остались без хлеба, муки и прочего продовольствия. Нужно срочно спасти ценный груз. Севморпуть начинает организационные работы по вывозу груза тракторами «Сталинец». Мы нуждаемся в технической помощи. Предстоит пройти путь в 2000 километров в очень суровых условиях. Молнируйте решение. На заводе экстренно провели собрание, обсудив все детали маршрута. Добровольцам в тяжелых условиях предстояло впервые проложить тракторный путь в Якутии. Отправной точкой была станция Большой Невер. Гусеничному каравану нужно было пройти Становой хребет и спуститься на Алданское Нагорье, по пути доставив на золотые прииски Алдана оборудование, обсадные трубы и два трансформатора. Далее начинался опасный маршрут. Предстояло пройти еще 600 километров по тайге, где не было ни дорог, ни населенных пунктов. Вокруг снег, таежный лес и дикие звери. Будущих добровольцев сразу предупредили, что никто не дает никаких гарантий, и, возможно, спасательная экспедиция сама окажется в снежной ловушке, из которой не удастся выбраться. В партком поступило более 200 заявлений от добровольцев, из которых выбрали самых молодых и физически развитых, среди которых был начальник группы качества Василий Козлов и два опытных механика – Иван Складчиков и Иван Дудко. Участников экспедиции снаряжали как на полярную станцию. Сначала надевалось шелковое белье, потом шерстяное, затем ватные брюки и куртки, и уже потом оленья даха. У многих возникали сомнения, что тракторы смогут выдержать этот поход. В феврале средняя температура в районе Верхоянска составляла минус 50 градусов, но бывало, что столбик термометра опускался и до 70 градусов. Некоторые специалисты тракторного завода заявили, что подобная температура станет критической для техники, не выдержат радиаторы, да и попросту перемерзнут все узлы и агрегаты. Еще под сомнение ставилась возможность тянуть за собой многотонный груз по горным перевалам, особенно в гололед. А что делать, если техника застрянет в тайге, а вокруг за сотни километров никого, люди будут обречены? Тем не менее, было принято решение, экспедиция состоится. В радиаторы тракторов залили керосин вместо воды, чтобы они не перемерзали. Это было рискованным шагом. От нагрева мотора выделялись пары керосина, которые могли вспыхнуть от спички, от папиросы, от любого другого небольшого огонька. Но в данном случае это было единственным выходом. Также была подобрана специальная смазка, которой не были страшны сильные морозы.
На гусеницы должны были установить специальные шпоры для лучшего сцепления на замерзшей почве и на льду, но они еще не были готовы. Руководство решило не ждать и отправляться в путь. Шпоры должны были доставить участникам экспедиции на автомобиле. 4 февраля 1936 года отправились в путь. Колонну тракторов сразу же настиг сильный буран. Видимость упала до нуля. Ничего не было видно. Впереди двигались разведчики, указывая направление. Каждый трактор тянул груз весом в 20 тонн. Тем временем положение в Якутске становилось критическим. Продукты питания продавались по сокращенной норме. На электростанции заканчивалось горючее. Это означало, что в ближайшее время город погрузится во тьму. Путь на Алдан выдался сложным. Впереди были крутые подъемы и спуски, резко пересеченная местность. Впереди располагался становой хребет. Несмотря на небольшой подъем, груженные тракторы с трудом продвигались вперед, затем и вовсе начали буксовать. Моторы ревели, но техника стояла на месте. Тогда было принято решение дождаться машину со шпорами и только потом двигаться дальше. Настроение у всех было мрачным. В первые сутки похода продвинулись совсем немного. Нужный груз пришел через несколько часов. Шпоры тут же стали прикручивать гусеницам на 35-градусном морозе. Когда закончили работу, начали заводить тракторы, но маховики не проворачивались. За время стоянки смазка стала плотной и намертво связала детали. Один из участников экспедиции предложил развести под машинами костры и разогреть смазку. Ему напомнили: «В радиаторах керосин, сожгем технику, а мы огонь разведем под коробками перемены передач. В коробках отогреется масло, тепло потянется вверх и отогреет двигатель. Радиаторы выдвинут вперед, он не будет над огнем». После ожесточенных споров решили, что это единственный выход в этой ситуации. Под тракторами вспыхнули облитые керосином ветки. Через какое-то время один за другим начали заводиться двигатели. Экспедиция отправилась в путь. Дорога начала набирать крутизну, но тракторы двигались уверенно. Под монотонный гул техники уставших водителей одолевал сон, но нужно было продвигаться вперед. Периодически делали остановки, чтобы заправить технику. Один из тракторов тянул вагончик, в котором топилась печь, и поочередно готовили пищу и отдыхали участники экспедиции. Во время крутых подъемов приходилось поднимать груз двумя, а то и тремя тракторами. Часто усиливался ветер, обжигая лица водителям. Сухой снег сильно бил в глаза и слепил людей. Спускаться с хребта было не только сложно, но и гораздо опасней. Позади 20 тонн груза на скользких полозьях саней, которые при любой ошибке водителя могли стянуть трактор в пропасть. Нервы людей натянуты до предела. Экспедиция добралась до поселка Нагорный, где уставшие люди отдохнули и немного поспали. На следующее утро температура опустилась до минус 50 градусов. Колонна тракторов отправилась в путь. 20 февраля экспедиция прибыла на прииск незаметный и передала рабочим обсадные трубы для глубокого бурения и трансформаторы. На следующий день снова взяли курс на Якутск. Термометр на вагончике показывал минус 48 градусов. Неожиданно у одного из тракторов в моторе послышался стук. Из-за сильного мороза загустело масло в картере и прекратилась подача масла к подшипникам. Колонне пришлось остановиться. Потребовалось некоторое время, чтобы разжечь костер, а после двигаться дальше. Но через 2 часа тракторы опять остановились. Впереди были сугробы, в которых нагруженная техника просто проваливалась. Тогда решили отцепить груз у 3 тракторов и ими проложить путь до леса. Впереди начиналась тайга на 1000 километров. Колонна продвигалась по тайге, выталкивая перед собой снег, иногда застревая в сугробах. Рев моторов был слышен далеко, на несколько километров. Через 5 часов экспедиция выехала на берег замерзшей реки Лена. Это крупнейшая сибирская река, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Один из тракторов по крутому спуску съехал на лед. Машина двигалась уверенно, лед не трещал. «Можно ехать, лед надежный!» – крикнул разведчик. И колонна тяжело и неторопливо стала спускаться на лед. По реке нужно было проехать около 30 километров. На второй день колонна шла по ледяной дороге без остановки.
остановки. Неожиданно водитель, ехавший впереди колонны, резко остановил трактор и соскочил с него. Колонна остановилась. Подбежавшие к нему люди с удивлением увидели в 5 шагах от первой машины чернеющую воду. Еще немного, и трактор с грузом провалился бы в полынью. Не успев опомниться, все услышали сильный треск льда. Люди соскочили с машин и бросились прочь, но затем, переборов страх, вернулись и начали в спешке отводить машины от смертельно опасного места. Руководитель экспедиции отдал приказ выходить на берег. До Якутска оставалось 30 километров. Тайга закончилась, вокруг небольшие холмы, редкий кустарник да слепящий снег. Наконец экспедиция достигла заветной точки, маршрута, доставив в замерзающий город 115 тонн груза, среди которого были продукты питания и горючее для электростанции. Тракторы прошли 2000 километров в тяжелейших условиях, при экстремально низких температурах. Техника находилась в хорошем состоянии и была готова к дальнейшей работе. После снежного похода Челябинский завод стал получать заказы на свою технику с разных уголков Советского Союза, в том числе и с Якутии. Не так давно заброшенный трактор С-60 «Сталинец» обнаружили в Якутии на одном из островов Алекминского района, после чего было принято решение установить монумент легендарному трактору, который когда-то спас замерзающий город.